В Монинской библиотеке книги теперь соседствуют с современным хранилищем информации – ноутбуками. А это значит, что школа компьютерной грамотности продолжает свое шествие по Щелковскому району. Очередной класс торжественно открывают в присутствии монинских властей, а также члена Совета ветеранов Московской области Владимира Кавина. Благодаря, конечно же, поддержке Щелковского муниципального района мы открываем здесь, на нашей территории, именно компьютерный класс. Здесь вы сможете пройти первоначальные азы, наверное, если кому-то понравится, пройти намного глубже те азы, именно познавания той компьютерной техники, которая у нас есть. Щелковский район нам предоставил в наше пользование 6 ноутбуков, которые отстанутся на этом ответственном хранении в библиотеке. И уже совсем скоро примутся выполнять свою непосредственную функцию – знакомить пожилых монинцев с виртуальным миром. Но прежде чем отправиться на поиски в глобальную сеть, многим предстоит освоить самые азы обращения с компьютерной техникой. Как включать и выключать ноутбук, работать в текстовых редакторах и других программах. Здесь поставлены 6 машин, 6 компьютеров, за которыми можно обучаться 12 человекам. Понимаете, да? Конечно, у тех, кто обучается, не обязательно должно быть дома свой инструмент, компьютер, потому что нужна тренировка постоянная, потому что без этого нельзя. Большое спасибо за понимание, за внимание к нашим ветеранам. Всего курс рассчитан на месяц обучения. Занятия проводятся дважды в неделю. Приобретение компьютерной грамотности для многих – залог легкого выполнения рутинных дел. Например, оплатить квитанцию ЖКХ, записаться на прием к доктору можно будет онлайн. Ну а дальше кто во что гораст. Кто-то может завести друзей на другом конце света или же научиться обрабатывать фотографии, как давно мечтал. И для работы я еще работаю. Вот. И для общения, и кругозора. На данном этапе я, например, не представляю, как это не изучить новое, получить новые знания, особенно в компьютерной системе. Мне хочется работать с фотографией, к примеру, как и фотошопом. В 30% городов Московской области уже действуют такие курсы. И, как показывает практика, они очень востребованы. Ведь в наш инновационный век обладать компьютерными знаниями значит жить более комфортно и исследовать новые возможности. Наталья Медведева, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково».